Всем здравствуйте! В преддверии Нового года все думают, какой же приготовить салат на стол, чтобы он был и вкусный, и красивый, и всем понравился. Сегодня я буду готовить из рыбной консервы. Для этого салата мне понадобится баночка рыбной консервы или в собственном соку, или в масле. На ваше усмотрение. 4 желтка я натерла на терке. 2 больших моркови вареных, 3 средних картофеля, 100 грамм сыра, 1 небольшая луковица красная маринованная, но можно использовать и белый лук, 2 белка, 1 небольшой маринованный огурчик, 1 небольшой свежий огурчик и половинка авокадо. Авокадо спрызните обязательно лимонным соком. Все овощи для этого салата я запекала в духовке. У меня есть видео на канале, как я это сделала. Очень вкусно получается, ароматно, поэтому обязательно попробуйте. Выкладываю маринованный лук. Желтком. Сверху на желток выкладываем огурчики. Вперемешку со свежими маринованными огурчиками. И выкладываем авокадо. Всыпаем сыром. Морковку, кстати, для этого салата я также запекала в духовке. И осталось задекорировать только верх сапожка. Для этого мы будем использовать белок. Мясо берем снежинку. И при помощи оливочек вот такой нарядный и очень вкусный салат получается. Забирайте к себе в копилочку рецепт, а я вам желаю всего самого лучшего в наступающем новом году.